Сетование церкви. Во что вас бить еще? Все тело из болячек лиловеет, и от подошвы ног до головы течет. Грех нынешний занес еще левее, под спутным ощущением томимо остановиться не могла в блуженье. Не слушала пророчества все мимо, для всех я стала близкою мишенью. Расплата непомерно тяжела, по алтарям шакал гиены воют. В мой адрес черная змеиная хула столетия слезами не отмою. Легко и слаженно крушили вожделенье, ни колоколен нет и нет убранства. Пришел пигмей под псевдонимом Ленин, до горизонта чистое пространство. Священники мои архиереи, стезей рабы, со схлипом не в попад запроповедует им, бороды обреют, и пятимья им сталинский кулак. Припомнят наизусть слова печали, предупреждение и плач Иеремии. На баржах соловки в штормах отчаянья, на их хребтах учителя громилы. Дымятся почернелые иконы, металлолом пошли колоколам, очищенная речь звучит из зоны, превозношение выжжено дотла. Я содрогаюсь в снах, переживая остаток дней. Мне свято не прожить, нечистота моя под кружевами. Служители спустились в гаражи, нас не во что ударить, замахнувшись. Живого места нет на потрохах. Дурная весть клобук сдирает с души. Стань на колени, не умри в грехах. Стань на колени, не умри в грехах. Я поясняю, что это не стихи, а проповеди в стихах. Что проповеди, это так видно, какой смысл заложен. Я благодарен Виктору Николаевичу, что он как-то сумел положить на музыку. У меня приготовлено 4 тома моих стихотворений, издать не могу. 4 тома. В каждом томе по 800 страниц. И по 120 страниц фотографий. Все уже приготовлено. По 160. Все подготовлено.
Готово, они в интернете выставлены. Но когда сходил в типографию, нельзя подступиться. Цены подняты такие, что речь идет это 1,5 миллиона, теперь еще больше. Они у меня все по 9 куплетов. 9 куплетов, 4-строчных, 36. А на одной странице 42 строчки. А дальше, значит, на каждый стих у меня эпиграф взят из Священного Писания. Эпиграф, одна пустая строчка до стихотворения. И получается, все 800 страниц до единой строчки все заполнены. Это 3467 стихотворений. И все книги называются 4 тома «Проповеди в стихах». Я бы мог их показать, мог, ну, просто об этом я как-то не думал даже. Стихотворения родились все, ну, 99, наверное, процентов. Именно в последние 9 лет. Я уже года, наверное, 3 или 4 не пишу ни одно стихотворение. Я просто отошел от этого, и где они у меня есть. Вот даже могу зайти, вот показать, как я захожу. Где они у меня книги здесь? Вот посмотри, слово книги, А, Б, В, Г, Д, книги есть, нет? Я не вижу. Книги. Книги наши. Все книги наши. Вот так. Если до слова Божьего нет уст. Вот стихи. Это что? Ноты. Книги стихов. Книга стихов. Стихи читает игла лицом сюда. Это, наверное, этот стихотворение, книга стихов, которая вышла. Одна у меня книга вышла, но она небольшая. А это очень, очень большие. Ну, уже договорился, все. По 800 страниц, и каждая книга, значит, она у меня была бы 160, ага, это как раз, которая была. Вот. Это получается по 960 страниц, 4 тома. А что-то я их не нашел. Где они? Здесь, может, еще есть где-то. Это слово Божие нету, скистиного, симфония. Новый Завет. Еще назад надо вернуться. А где они у меня? Назад еще вернитесь. Назад, говорит, вернуться. Еще назад вернитесь. Назад еще вернуться. Книги наши там два раза повторяются. Ну-ка, стихи есть, нет? Вот они, книги. А ну-ка, на слово стихи. Стихи. Стихи, книги уже готовы. Во-во-во, вот нашел. Вот они, 4. Снимаешь, вот смотри, я сразу не мог найти, виноват. Вот посмотри, как они выглядят. Я сейчас покажу. Вот оно идет. Вот, уже все выделено. Проповедь в стихах. Книга первая. Барнаул 2013. То есть они были подготовлены. Вот я сейчас, ну вот, по благословению. Первая книга «Проповедь в стихах». Вот она как. Вот эта страница. Вопросы и ответы во свете Библии. По благословению протоиерея Акима Лапкина Благочинного. Вот. Ты это увидишь еще? Прочитай предисловие. Больше у меня не представится случай такой. Предисловие. Тираж первой книги стихов в 1000 экземпляров. Церковь «Свобода. Тюрьма» подошел к концу. Стал вопрос о восполнении этой книги другими стихами. За 8 лет, с 2003 по 2010 год, было мною написано 3112 стихов по 9 4-строчных куплетов. Почему именно по 9? Как бы в честь Пресвятой Троицы по 3 куплета. Никоим образом не приемлю к себе эпитета поэт. Это всего лишь попытка выразить в чуть рифмованной форме проповедь на определенную тему. Я проповедник-миссионер с 50-летним стажем на 27 сентября 2012 год. Как помню, первое мое стихотворение было написано где-то в возрасте 5 лет о подаренном отцом мне бычке. Потом был стих и об отце. Как в басне надобно ж беде случиться, служить греху смертельно я устал. В мечтах меня ты видел коммунистом, а я нашел воскресшего Христа. Часть из этих новых стихов, разделенных на 4 готовящихся к изданию книги по 800 страниц каждая, были уже напечатаны в 30 томах, открытым оком.
Читающие их очень часто просят путеводитель к стихам, чтобы понять полный смысл их. Для этого в некоторых стихах появились напротив строчек и места из Святой Библии, откуда взята эта мысль. Обычно в предисловии к книгам кто-то из знакомых автору, писателей или поэтов делает как бы путеводитель. У меня же ситуация такая, что бравшиеся за это тут же отказывались. Им вовсе неизвестен смысл эпиграфа, незнание Святой Библии. И далее я делаю перенос во времени на сегодняшнее и затем лично к читающему. Такой двойной перенос почти неизвестен в литературе. Это не поэзия с вычурными и пустыми сравнениями, но все согласовано с библейскими текстами. В каждой книге по 773 стиха, всего же 3092. И корректировать мои стихи отказывались даже те, кто верит в Бога, кто корректировал мои книги. Каждая из них по 752 страницы. Не зная, какой знак препинания ставить, что последует за этим знаком, перенос во времени или полное противопоставление уже сказанному. И вот как эпиграф. И уже песнопение было. Вот видите, как эпиграф дается. Прочитай 2 Коринфянам. 2 Коринфянам 11:26. Много раз был в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях между лжебратьями. Ну вот это стихотворение, пример к себе своим воображением. Виктор Николаевич его пропел. Он у меня стоит на нашем Ютубе. А теперь вот просто показать. Вот дальше идут как страницы. Вот она идет. Вот 2003 год откуда. Анализ крови начинается. Какие есть. Они маленько тут сместились. А почему сместились? Видимо, вот здесь... Вот оно где. Еще одна строчка где-то. О, все. Каждое стихотворение вот здесь начинается новая страница с эпиграфа. Вот эпиграф. И посмотри, как оно уходит вниз. До самого конца. Вот 42 строчки. И так вот я перечисляю, передвожу. Все до единой. 800 страниц. Я сейчас покажу. Так, это Ctrl и Alt и G и 800. Я сейчас скажу 790. Вот. Вот она, 791. Вот они уже выведены, стихотворения. Идут они по алфавиту. Какая именно страница? Вот. Вот, все. 800 страниц. И тут даже это видно было. Вот объявление. Ну, маленько вперед показать, чтобы страница. Вот 797. Вот, я ее закрываю. Сейчас покажу еще. Потому что момент мне такой уже не представится больше. А, не надо. Это она говорит, что если я так, она не закроет ее. Вот, второй том. Вот посмотрите, вот какие книги лежат, кто бы нашелся издать, конечно, мне уже никогда не издать это. Вот, это нужен Ctrl-G и третий. Вот, перевожу я его. Вот, точно так же. Вот, начинается. Книга вторая, 2013 год. Вот, книга вторая. По благословению. Вот какая фотография. Уже все вставлено. Все абсолютно. И дальше предисловие. А вот здесь прочитать предисловие. Это другое предисловие совсем это. Божьего имени. Вот. Тут интересно, о чем речь идет. Ну-ка, маленько, прочитай предисловие. Предисловие. Первый же вопрос ко мне всюду. О чем эти книги? Ответ. О Боге. О Святой Библии и о грешнике, которому Бог дал самое ценное – жизнь Сына Своего Иисуса Христа, чтобы грешник мог им оправдаться и жить вовеки. 1 Иоанна 1:7. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Деяния 4:12. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Спрашивают постоянно, почему тут встречается слово Иегова? Не иеговист ли я? Ответ.
У Бога в Святой Библии около 500 имен. Но когда Бога спрашивали святые, Он всем отвечал, что имя Его Иегова. И скрывать Божье имя – преступление. И далее я привожу здесь 8 мест Библии. Ну, просто места назови где. Бытие 22.14. Дальше. Исхода 3.14. 15.3. Исход 15.3. Исход 17.15. Исход 33.19. Исход 34.5. Судей 6.24. Осия 12.5. Дальше. Вот я и делаю упор на произнесение Божьего имени, чтобы раскрыть сокрытое. Это имя Божие и Иегова, Яхве, Ягве. Было заменено на Адонай, или по-нашему Господь. И это имя в оригинале в Святой Библии встречается более 7000 раз. Так что не я тут на виду, а туман напустившие. В моих книгах, открытым оком, в 32 томах имя Иеговы встречается 2944 раза. В 3467 стихах 936 раз. То есть это предисловие такое. А дальше точно так же стихи. Я сейчас все раскрою, 4 показать тома. Так, это второй том. Вот третий том, тоже 800 страниц. Показать. Они стоят у меня уже 3 года. Вот. Книга третья. Проповедь в стихах. Вот она, какая фотография. Что здесь есть. Некоторые не знают, что это за знак кругленький такой, как собачка. Это означает ответственность за все я. Вопросы и ответы во свете Библии. И вот предисловие в третьем томе. Посмотрим, прощи-ка. Предисловие. Игла. Это аббревиатура из моих кровных имени и фамилии. Игнатий Лапкин. Имя, полученное при святом крещении, и фамилия наследственна от родного отца. Возьмите по 2 буквы, и будет игла. Это не игла, ибо буква «Л» большая. Для краткости так и пишу. Тут нет ворованного ничего. Игнатий Лапкин, игла, имеет для меня и более глубокий смысл. И он вот в чем состоит. В Святой Библии 77 книг с неканоническими книгами. 669284 слова. А вот слово «игла» встречается всего только один раз. Экклесиаста 12.11. Слова мудрых, как иглы, и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. И слово «лапка» встречается в Святой Библии только один раз. Притча 30.28. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. И тут я зацепился за эти слова, которые мне даны от рождения. Имя Игнатий в переводе с греческого означает «неизвестный», а в переводе с латинского «огненный». И кроме того, я глубоко верующий и во многом не согласен с официальным курсом сегодняшней церкви, хотя и нахожусь в ней. И слова мои многим не нравятся. Они колют их. Я простой сторож и печник, охраняю и обогреваю многих. Не начальник, но благодаря евангельской проповеди достиг самых отдаленных уголков земли. Наш сайт во свете Библии представлен. Наш форум во свете Библии. Живой журнал. На нашем сайте, который считаю одним из самых богатых в мире, отвечаю на 4124 вопроса во свете Библии. Там более 1000 моих проповедей, произнесенных в храмах во время богослужений. 3137 моих стихотворений на духовную тему. 50 начитанных мною книг аудио. 38 изданных книг за 8 лет. И еще 3 книги уже в интернетной версии. И плюс 4 стихотворения, 7 книг. Вот тебе и лапки паука, и мысли, сшивающие разрозненное. Стихи не пишу с 12.11.2010 года. То есть уже... Надо записать, когда с 12.11. Уже 4.5. Вот. С 12.11.10 стихи. Встал и сказал, больше не буду писать. Порывался, но уже ни одной строчки больше не стал писать.
А то даже удивляется. А почему? Не почему, просто оставил и все. И точно так же вот это 800 страниц. И четвертый покажу сейчас. Вот он, стиха. Книга четвертая. Видно, нет? Да. Вот, книга четвертая. По благословению. Книга четвертая, проповедь в стихах. Вот какая фотография. Уже все выведено. Это Златоуст 12 томов, которые я насчитал. Полностью насчитано Златоуста по сегодняшний день, пока в интернете нигде нету. Только мой. Но они попорчены были пленки. 30 лет хранились там то под землей, то где. И, а вот здесь что? Какое предисловие? Предисловие. Необычность в эпиграфах из Святой Библии каждому равному по величине стиху из 9 куплетов. Вот она, 9 куплетов. И впереди эпиграф. 36 занимает стихотворение. И эпиграф, и между ними пространство. 42 строчки. Вот вверх это, а контуровка синенькая идет. Это как раз за которой уже не залазит. Программа такая. Вот она где. До последней строчки. А напротив строчки еще откуда мысль взята. Иногда все 36 мест открывать из Библии надо. Дальше. Нередко рядом со строкой указано место из Священного Писания. Откуда подчеркнута мысль. При просмотре черновиков на 3096 стихов в этих четырех томах видно, что нигде нет исправления. Писалось начистую сразу. Вот самое удивительное. Вот столько написано стихотворения я писал. Я, черновики у меня вон там стоят в пачке. И нигде поправок нету. Просто я писал всегда их начистую. А как это? Я этого не знаю. Связанные с поэзией вопрошают, где беру столь необычные и затем так неожиданно высвеченные темы? Ответ. На молитве, в основном ночью и рано утром. Приходит одна или две строки, которые быстро записываю. А продолжу иногда и через несколько месяцев. Узнав, сколько раз в моих стихах встречаются некоторые слова, можно понять, о чем речь в них. Иисус 1459, Христос 3439, священное, священник, священство 379, смерть 1464. То есть в моих книгах основные слова, по которым сейчас ищут, ну, какие-то слова надо теги сделать, это теги. Жизнь 1544, храм 724. Церковь 572, воскресенье 666, Библия 1454, Писание 835, Евангелие 710, Давид 229, Псалмы 125. Вот так. Вот что интересно, где это в книгах у меня встречается слово воскресенье 666. Дальше. В 3467 стихах имя Иеговы встречается 936 раз. Во всех моих стихах 708981 слово и 3 875 788 знаков. Для сравнения, статистика на Библию в русском переводе по синодальному изданию 1876 года. Неканонические книги входят... Не каноническая, потом Новый Завет, потом Библия каноническая. И вся Библия. Сколько слов? Букв? 3 172 000. А у меня сколько здесь стихов? 3 875 788. Больше, чем знаков. Вся Библия. Это рукой выходит, я переписал только на стихах. Вот для сравнения даже показать. Вот и все. Ну и дальше первое стихотворение. Аллилуйя, это потолок. Вот все четыре книги, которые лежат у меня, сколько раз я бросил писать? Ну, уже 4 года. 4 года стоят эти книги в интернете. Ну и пока не находятся богатенькие, кто-то бы нашелся. И эти стихи можно было бы издать. Уже заготовленные фотографии. Фотографии у меня на Mail.ru только 12 тысяч стихов. Можно кое-что набрать-то. Уже набраны, сделаны. Вот как сегодня мы сумели открыть и показать. В другой момент просто не представится. Спаси тебя, Христос. Слава. Последние Христу. Остатки напели. Все. Тебе, Володя, благодарность, что ты с аппаратурой возился.
К этому мы уже вряд ли когда вернемся. Все. Спаси Христос. А, убирай. Вон под эту где-то. Где-то вот здесь было, да, Володь?